Привет, друзья! В субботу, 6 февраля, погода выдалась удачной для катания на горных лыжах, и многие пермяки отправились на склоны. Группа горнолыжников поехала на автобусе на комплекс Такман, расположенный возле Чусового. Покатались хорошо, но на обратном пути автобус с пермскими горнолыжниками улетел в кювет. Около половины восьмого вечера в Чусовском районе на 34-м километре трассы Палазно-Чусовой автобус «Мерседес», в котором находилось около 20 человек, съехал с дороги. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все разъехались по домам на попутном транспорте. На месте работают сотрудники ГИБДД. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.